первый месяц лета стремительно близится к завершению. А вы все еще сидите в офисе? Или, быть может, уже пакуете чемоданы? Как бы то ни было, пришло время немного отвлечься, ибо вот уже в 25-й раз мы начинаем еженедельный дайджест DIY News. Хорошо нам известная Саша Алмазова, являющаяся голосом группы Non-Cadenza, не прекращает творческий поиск. На этот раз, внимание, слушайте, представлен релиз, запись которого проходила прямо на концерте, состоявшемся в феврале в клубе «Союз композиторов». В концертную программу вошли знакомые всем песни Non-Cadenza в джазовом звучании, а также песни, которые были написаны, но ранее нигде и никогда не звучали. Или, как говорит сама Саша, композиции, когда-то отложенные на полочку, как книги, которым еще предстоит быть прочитанными. Послушать альбом вы сможете, перейдя по ссылке под видео. И не забывайте благодарить ваших любимых артистов. Прошедшая неделя, как всегда, подарила нам огромное количество новых композиций. Так, например, Стас Маркевич совместно с Батиштой представили сингл «Любовь в тебе», который теперь украшает профайл артиста на портале Thank You, где вы можете послушать и можете скачать. В конце концов, поблагодарить Стаса за его творчество. Ну, а если вы засомневались в последнем пункте, то решающим аргументом в пользу артиста для вас станет клип на эту же песню, который можно посмотреть вот тут. Группа «Нервы среди недели» завершит свой гастрольный тур необычным акустическим концертом в Москве. Ищите их в парке «Красная Пресня» в среду. Более подробно с афишей вы сможете ознакомиться на нашем сайте в разделе «Концерты». Ссылка будет под видео. Журнал Forbes продолжает ставить знаменитости на место, то есть расставлять по местам. На этот раз издание представило список самых влиятельных женщин среди знаменитостей. Первая пятерка полностью оккупирована представительницами США. Замыкает ее эпатажная дива Леди Гага. Четвертая строчка у главного редактора журнала Vogue 63-летней Анны Винтур. Актриса София Вергара на третьем, мать героини Анджелины Джоли на втором. Ну а первое место досталось супруге самого богатого в мире рэпера Бейонсе Ноулз. Напомним, что влияние звезд для данного рейтинга определяется по трем критериям – деньги, присутствие в медиа и влияние на отрасль. Наша обворожительная, умопомрачительная, сногсшибательная, непосредственная и неугомонная Настя побывала на этот раз на концерте у Птахи. Как это было, смотрите прямо сейчас. Ну, как можно долго работать, когда на улице лето? Вот, и мы решили поскорее закончить этот выпуск. Но прощаемся мы, как всегда, ненадолго. Ровно через неделю, примерно в это же время, мы снова расскажем вам все самые свежие новости. С вами были Яна, Ксюша, Настя. Пока!